Всем привет, с вами Тесинук, с вами продолжает выглядеть в Майнкрафт на версии 1.20.4. Это у нас тёмное дубовое похождение. А, нет, не тёмное дубовое похождение, извиняюсь. Это у нас классическое выжимание. В общем-то, так, сейчас найду приложение. Вот, всё отлично. В общем-то, получается, в прошлой серии мы с вами начали достраивать эту вот штуку. Для, вот, получается, закон для овец, который у нас где-то там находится сейчас. Вот там, получается, у нас находится. И сейчас мы туда, получается, поднимемся. Окей. Все, отлично. Мы сейчас с вами сюда поднимемся. Так, вот здесь вот нам надо убрать... А, нет, здесь можно не убирать блоки, я так понял. Ладно, тогда давайте-ка вот здесь вот только один этот забор уберем. И все. Получается, вот здесь вот нам надо сделать вот так. Раз, два, три. И вот здесь... И вот здесь, получается, нам тоже надо все это доделать. Получается, мы скоро должны достроить забор. Один интересный. В общем-то... А, кстати, я даже еще этот не закончил. Что-то я как-то быстро приступил к другому. Начал делать другой. В общем-то, ладно, сейчас главное не это. Сейчас главное, получается, взять и правильно это все сделать. Все отлично, да? Сейчас, погоди, получается как-то так. Вот здесь и вот здесь. Вообще-то здесь, получается, нам надо вот это все сделать. Вот так вот. И получается, вот это все мы проводим вот сюда. Все хорошо? Отлично, нам осталось сделать только один загон. Так, у нас... Так, у нас закончили сеть, нам надо еще подобрать. Но я думаю, то, что у нас... Типа, у нас достаточно этого для того, чтобы это все получается, получить. Вот как-то так. Ладно, сейчас, получается, заходим к себе домой. Наконец-то, спасибо. В общем-то, зашли домой, и сейчас, получается, палок у нас довольно-таки много. Сейчас мы, скорее всего, возьмем с собой вот эти вот топоры и пойдем рубить березу. Все, хорошо, отлично. Получается, сейчас мы идем куда-то в ту сторону, так... Здесь нам еще надо вот это все подобрать. Спасибо. В общем-то, сейчас, получается, мы делаем все вот так. Хорошо. И где-нибудь в ту сторону, получается, мы идем и добываем березу. Окей, вот здесь, получается, мы вот это все собираем. Так, вот, в принципе, землю тоже можно вот туда вот убрать. В общем-то, сейчас, получается, вот это все. Получается, продолжаем ломать вот эту вот березу, рубить. В общем-то, и сейчас мы вот это все получается, вот эту березу нам надо тоже срубить. Она здесь вроде как самая высокая, если я не ошибаюсь. Ладно, давайте-ка не будем зацикливать на этом внимание. Сейчас вот здесь получается, вот здесь, хорошо. Отлично. В общем-то, нам, скорее всего, надо на будущее как можно больше добыть. Либо же продолжить добывать, пока у нас не сломаются все каменные топоры. Ну, тут два варианта, по сути. Ну, не знаю, как кому придерживаться. Ладно, давайте-ка пока что просто сейчас добудем 32 бревна. У нас получится 2 стака этого, получается, дерева. Так, здесь у нас 3 высоту, здесь тоже. А, нет, погоди, можно, скорее всего, прям с 5 начать, да. Типа берем 30... 32. Не совсем нормально получилось. Ладно, давайте-ка как-нибудь вот так вот все сделаем. Окей, получается, вот этот мы все рубим. И вот получается сюда мы все это складываем. Окей, вот из этой березы мы, скорее всего, сейчас сделаем с вами недостающие палки. И да, получается, дуб, скорее всего, тоже мы будем рубить. Чисто для того, чтобы делать палки. Да, в принципе, как-то так. Окей, получается, создаю и делаю побольше палок. Отлично, вроде как получилось у меня. Так, давайте-ка как-нибудь... Вот здесь вот тоже нам надо, давайте... Здесь нам тоже надо срубить все. Вообще-то, продолжаем, короче, этим топором пользоваться. Сейчас, получается, мы попользовались им. Окей, получается, создаем 20 досок дубовых. И, получается, создаем вот это вот все. Окей, сейчас, получается, здесь вот мы берем и рубим дерево.
Вообще-то, здесь у нас что? Здесь у нас все нормально. Окей, получается, мы вот это вот все срубаем. Хорошо. Окей, получается, мы создаем еще больше палок. Так, чисто на будущее. Ну и, в принципе, можно уже начать крафтить дальше заборы, которые нам непосредственно нужны для нас сейчас. Окей, получается, сейчас мы берем и заходим домой. В общем-то, если я из 16 лет, то у нас, скорее всего, получится так. Давайте-ка проверим. Сейчас мы сделаем вот таким вот образом. Делаем вот так. 16 на 3. Да, 48. Я был прав. Это полтора стака. Да, это вроде как полтора стака. Ладно, я думаю, то, что такого количества нам точно хватит, как минимум, потому что там досталось-то всего... Осталось-таки всего лишь достроить несколько этих блоков. Ладно, давайте-ка сейчас, получается... Ну, здесь мы вроде как все, что могли, достроили. Очень даже хорошо. Вот здесь, получается, все достраиваем. И да, отлично, мы с вами наконец-то все это сделали. Очень даже хорошо. Можно еще вот здесь вот что-нибудь сделать. Вот туда вот, получается, либо подняться наоборот, либо спуститься для того, чтобы что-нибудь сделать. Но этим мы, скорее всего, займемся уже как-нибудь в другой раз. Сейчас нам главное вот эти вот доски куда-нибудь положить. В принципе, все добуденное дерево... Добуденное, боже. Короче, нарубленное дерево нам надо сейчас, естественно, сложить куда-нибудь. Надо вообще побольше сундуков как бы сделать. Сейчас, получается, мы берем и идем вот в ту сторону. Кстати, сейчас, погодите-ка. Все. Отлично, получается, если что, слышу это. Все отлично. Возможно, вы тоже слегка тихо слышите, как я это, получается, включил звук. Да. Вот что, в принципе, можно сделать. Давайте-ка просто, в принципе, можно на два стака разделить и взять сундуки. Да, лучше сделать как можно больше. Можно, в принципе, всю березу потратить на сундуки, потому что нам еще их нужно практически во всех местах ставить. Так. И да, кстати, у меня там находится вот эта вот штука. У меня здесь находятся, получается, те предметы, которые у меня не помещаются, я так понимаю. Ладно, давайте тогда вот эту все сделаем. Окей. Давайте сейчас что-нибудь ненужное мы выбросим сюда. Я не знаю даже, что можно выбросить. Но, в принципе, можно как-нибудь от этого вот избавиться. Что еще можно? Так, пшеницы у меня и так вроде как полно. Яйца нам тоже не понадобятся. И, в общем-то, как-то так у меня это все выглядит. Еще надо эти загадочные рагу попробовать. Что они вообще делают? Я до сих пор не понял. Давайте-ка здесь собираем. Так, у меня еще семена тыквы куда-то лежат. Давайте-ка сейчас еще что-нибудь сожжем. В общем-то, вот каким-нибудь таким вот образом. Получается, сейчас нам все это надо сжечь. Ну, в принципе, у меня точно семена тыквы сетуются. Можно еще куда-нибудь посадить потом. В общем-то... Прям всем на тыквы. И да, кстати, я там поставил, получается, фонарики. Поэтому, да, здесь действительно все выросло. То есть у нас теперь здесь весь урожай поспел, да? Да, у нас теперь везде урожай поспел. Поэтому мы можем это все собрать. Так вот, только здесь почему-то как-то темно, что ли, из-за этого. В принципе, я могу сейчас факел сделать. Но, правда, у меня места потом не будет... Да, и щит, если что, у меня тоже занят. Это очень плохо. Давайте-ка выкинем гнилую плоть. Она нам, в принципе, больше не нужна. Ставим, получается, здесь факел. Как-то так. Да, вот здесь, правда, слегка недоросло, но я думаю, то, что это можно как-то исправить. Ну, в общем-то, у нас куча фонарей и факелов стоит. Очень даже хорошо. Да. У меня совсем нету места. А поводки мы, естественно, выбрасывать не будем. Можно, в принципе, вырастить кремень, да и все. А семена у меня и так вроде как складываются, да? Вот так вот, получается, делаем. Сделаем вот как-то так, получается, все, сложили.
Да, семян у меня уже недостаточно. В том смысле достаточно, просто это. Вот так вот давайте-ка все будем сажать, скорее всего. Потому что нам надо еще, получается, подбирать те семена, которые у меня не подобрались. Еще, скорее всего, у меня скоро будет стак пшеницы, потому что очень быстро даже это все. Очень в том смысле, что в большом количестве. Да, в этом и суть. В общем-то, сейчас получается так немного не так. Вот как-нибудь вот так вот можно делать. Я не знаю, хорошо или плохо. Так, вот здесь получается, типа, собираем и сразу сажаем. Так, вот на эти семена. На самом деле, мне хочется их как-нибудь подобрать. Лодку я, наверное, не хочу выкидывать. Да, у меня здесь, если что, все нужное. Ну, в принципе, можно надо калитку. Ну, не знаю. Давайте-ка лучше. Вот здесь вот мы, получается, вот здесь вот это все. А, сажаем. Так. Вот здесь, получается, это все. Сажаем. Все. Вроде как мы все посажали, поэтому. Так, у меня фейсап не работает. Придется код вручную вводить. В общем-то, сейчас. Все, я ввел. Отлично. В общем-то, сейчас получается. Где это все находится? Так, я вроде как все посадил, да? Да, я все посадил. Шикарно, это не может не радовать. Хорошо, хорошо. Так, мы вообще на самом-то деле можем верстак выкинуть. Он мне вообще нифига не нужен, если честно. Поэтому можно как-то без него обойтись, если честно. Вот, все, да? Опять у меня что-то занято. Ну ладно, мы можем, в принципе, палки выкинуть. Все, да? А, кстати, подожди, у меня еще вот здесь вот еще не все собрано. Да, у меня здесь еще не все собрано. В общем-то, сейчас вот сюда, вот сюда. Отличненько. Да, все-таки у меня действительно заполнилась пшеница. Это плохо. Это очень плохо, я вам так скажу. Скорее всего, придется что-то опять выкидывать. У меня, как обычно, все дорогое. Спасибо большое. В принципе, можно в этот сундук опять что-то сложить. Но, блин, это уже как-то несерьезно, если честно. Ладно, давайте пока что вот это все положим сюда. Обсидиан, диан. Вот это вот получается, вот это все складываем. Загадочное рагу всех вкусов мы тоже складываем сюда. Ну, в принципе, получается, спускаемся вниз и подбираем пшеницу и семена. Все, хорошо, отлично, у меня все подобрано. Подождем, короче, пока картофель вырастет. Блин, я этот верстак подобрал. Ладно, давайте-ка сделаем вот так. Все, хорошо. Я выкинул, получается, верстак. Он мне все равно не нужен, я так скажу. Вообще-то, окей, сейчас, получается, мы будем располагать еще сундуки. Я не знаю, для чего они у меня будут нужны. Но для чего-то точно это я знаю. Окей, ладно, давайте сейчас, получается, мы ставим вот здесь вот эти. Получается, вот здесь вот хорошо. В общем-то, я пока что не знаю, где это все находится. Вернее, что здесь будет находиться. Да, что-то я как-то начал путаться. Ладно, давайте-ка, во-первых, в руды нам надо сложить рудное железо. А во-вторых, вот эту вот курицу надо в еду вообще сложить. И да, в принципе, можно еще отсюда взять пшеницу и получается вот это все как-то вот таким вот образом сделать. Получается, семена туда складываем. Тростник, что-то типа у нас семян таких будет. Да, семян, саженцев и так далее. Окей, все, тогда договорились. Получается, опять же, древесный уголь и обычный уголь мы складываем сюда, в руды. Получается, что еще мы складываем куда? Здесь броню, инструменты, оружие, еще можно что-то сложить. Так, ну здесь, в принципе, можно все яйца вообще сжечь. Нафиг, они здесь у меня все равно в антидефиците. В антидефиците как-то странно сейчас прозвучало, ну ладно. Сейчас, получается, мы, скорее всего, будем эти яйца действительно сжигать. Так, у меня это не восстановлено, эти надо поесть немного. В общем-то, сейчас. А, это дождь был? Боже, я подумал, что сзади меня крипер какой-то находится и хочет меня сейчас подорвать.
Ладно, надеюсь, что такого со мной не произойдет. Очень хочется на это надеяться. Ладно, сейчас получается, мы что делаем дальше? Получается, берем и все яйца, которые у меня есть, мы сейчас должны сжечь. Типа вообще нафиг это все сжечь. Так, нет, я хотел не совсем это сделать. Боже. Не, я не могу. Нужно как-то на Alt. А что, если я навлияю Shift и Q нажимать? А, нет, не получится. Ладно. Тогда, скорее всего, придется как-то так это все сделать. В общем-то, вот эти все яйца мы... Ладно, главное, что-нибудь нужное не выкинуть. Например, вот эти вот кузнечный шаблон берег. Да, главное их с это самое не выкинуть. В общем-то, сейчас мы все яйца будем сжигать. Боже. Я этот, как его? Блин, забыл, как называется. Как его? А, живодер, точно. Я живодер, потому что, блин, я несколько стаков яиц просто, типа, я несколько... То есть я, блин, я больше 100 цыплят уничтожил, которые даже не успели увидеть мир. Вот такой вот я жестокий. Ладно, давайте-ка вот это все сложим сюда. Все, что у нас лежит здесь, яйца пока что не будем тревожить. В общем-то, яблоко и ядовитый картофель не будем. В общем-то, здесь что? Кожа. Не, ну здесь все понятно. Получается, яблоко и курицу мы складываем сюда. Все хорошо. Окей, ладно. Вот здесь ядовитый картофель. В принципе, тоже можно сложить еду, но я не знаю, хорошая ли это идея или нет. Так, давайте-ка, типа, нет, это не то. Давайте-ка как-то так. Нет, это не так делать, сейчас, погоди. Вот, типа, я делаю так. А, нет, надо еще, чтобы здесь было. Не, не работает, ладно. Тогда не будем, получается, обращать на это внимание. Тогда, получается, все, что мы могли делать. Ах, да, так, точно. Сейчас мы отсюда должны взять яйца как можно больше. Все, отлично. Получается, яйца мы с вами отобрали. Ладно, в принципе, 16 этих я могу выкинуть. Пусть эти родятся. Кстати, я ж могу сделать вот так вот фейерверк из яиц, я не знаю. Вот такой вот фейерверк. Сейчас, погоди. Вот. Да, выглядит немного странно. Ладно, давайте-ка все-таки некоторые яйца действительно сейчас сожжем. Боже, сейчас там могут... Тысячи цыплят просто взять и, получается, бегать по всему полю, по всей базе моей бегать. Окей, получается, что, спускаемся и, получается, начинаем их зажигать. Вообще-то как-то так, делаю вот так. Блин, я чувствую себя бабушкой, которая новорожденных котенков топит. Это вообще пипец какой-то. Ладно, не будем обращать на это внимание, вообще не будем пока что притрагиваться к этой теме. Давайте просто отсюда заберем яйцо. Спасибо. Так, не появился, ну и ладно. Окей, хорошо. Сколько у нас здесь еще камня? В принципе, здесь можно еще постоять и подобывать немного булыжника. А, да, кстати, у меня же 35 уровень. Но у меня там мало книжек, там мало, типа, вряд ли что можно зачаровать. Ну да, у меня здесь всего лишь 7 книжных полок, поэтому вряд ли что-то можно зачаровать. Палку я, естественно, зачаровать не могу. Это бы выглядело немного странно. Окей, ладно, давай еще раз. Нет, не получится. Так, погоди. А, вот тот цыплёк, вот эта курица, она здесь осталась. Она, если что, живет как бы одновременно и в этой комнате, и, по сути, здесь одновременно и живет курица. И, получается, здесь я одновременно буду, получается, зачаровывать свои предметы. Вот каким-то таким вот образом это все работает. В общем-то, вот это все закрываем, все. Хорошо, получается, ладно. Что ж, получается, на этом я, скорее всего, буду с вами заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а с вами был Тестимилк, всем пока!